Капанина Светлана Владимировна, летчик-инструктор ОКБ «Сухого», член сборной команды России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, обладатель 32 золотых медалей чемпионатов мира. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом почета, медалью Героя СССР Покрышкина, именной медалью ФАИ как лучший пилот столетия, лауреат премии «Олимпия. Выдающаяся женщина России», академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации, почетный гражданин штата Оклахома, США, с 1996 года участник всех кубков мира Гран-при, единственная женщина-пилот, участник всех авиасалонов «Макс» в Жуковском, двукратная абсолютная чемпионка России, двукратная абсолютная чемпионка Всемирных воздушных игр, двукратная абсолютная чемпионка Европы, пятикратная абсолютная чемпионка мира. Замужем, воспитывает двух детей –